Привет, друзья! Сегодня в Охотник.нет мы рассмотрим, соответственно, основной тюнинг для лешего, я бы сказал. Это как раз резервуары с воздухом. Леший в стоке, то есть в базовой комплектации, идет с вот такой небольшой алюминиевой трубкой. Например, в калибре 6.35 ее хватает приблизительно на 2 магазина, то есть на 16 выстрелов. Эта трубка очень просто меняется, например, вот на такую колбу. Это колба объемом 0.22. Она позволяет, соответственно, увеличить количество выстрелов вдвое. То есть у нас уже будет не 16 выстрелов, а в районе там 30. Это 0.22 колба, самая компактная L-Safe. В принципе, ее длина уже, соответственно, не позволяет мне ее с комфортом использовать. Но даже под давлением ее можно немножечко открутить в сторону, и вот она мне не мешает. Механизм складывания тогда не работает, и чтобы сложить, ее тоже немножко нужно подзакрутить. А следующая колба, которая также является все-таки самой популярной, это колба 0.36 литров, тоже L-Safe, она чуть длиннее, чем 0.22, и также толще. То есть мы видим, что в запястье она упирается. Вот. Здесь все складывается, потому что она немножко на какой-то градус уже повернута. И не так давно появились вот такие компактные колбы объемом 0.35, то есть практически 0.36. Не сказал, насколько выстрелов больше, в 3 раза больше выстрелов на колбе такого объема. Она коротенькая, толстенькая, не мешает, соответственно, прицеливанию. Все прекрасно складывается, фиксируется. И сейчас мы перейдем к, собственно, виновнику, почему мы поехали в лес для вас что-то снять. Это колба 0.48 литра, тоже круглая, компактная. Она по длине совсем немножко больше, чем 0.35, но на ней уже, соответственно, в 4-4,5 раза больше выстрелов. То есть порядка 65 выстрелов можно сделать вот на такой колбе. Представляете, какая разница между, например, штатным резервуаром, где вы можете сделать 16, и на такой колбе, где вы можете сделать аж 65 выстрелов. Она даже так, даже повернутая, немножко неправильно, не мешает. Вот таким вот образом довольно комфортно ее использовать. Также все складывается путем небольшого поворота. Вот, то есть вот так это выглядит в сложном виде. Вот, раскладываем, используем. Все колбы каждого объема есть в наличии в Охотник.нет. Это не то что обязательный, но очень значимый тюнинг для Лешего 2. Поэтому композитная колба для Лешего — это, ну, одно из самых важных приобретений при покупке, соответственно, комплекта с Лешим 2. Все колбы композитные на Лешие в Охотник.нет.